Здравствуйте, я всех приветствую на своем канале, и сегодня видео о том, как мы маринуем шашлык. Я передаю слово теперь своему мужу. Нам понадобится мясо, у нас 3 килограмма. В данном случае у нас свинина, но можно абсолютно любое мясо. Столько, сколько захотите. Также понадобится приправа для шашлыка, любая, но у нас вот такая. Майонез, лимон и лук. Сейчас мы будем нарезать мясо. Его можно резать в любом порядке, как вы хотите. Ну, где-нибудь вот так. Мы нарезали мясо, промыли его, сейчас будем резать лук и лимон. Лук режем полукольцами. Далее мы нарезаем лимон кружочками. Вот все мы нарезали, вот такой вот лук, такой вот лимон. Сейчас будем играть. Выкладываем мясо немного, чтобы заполнить дно. Можем 2-3 лимона, немного лука, разделываем. Также немного приправ. Далее добавляем майонез. Майонез добавляем на глаз, кому сколько нравится. И далее все повторяем. Опять мясо. Где-то слоем для того, чтобы он лучше перемешалось потом. Лимон и майонез. Ну вот, мы все положили в кастрюлю, и теперь все начинаем перемешивать. Берем большую ложку, вот такую. И перемешиваем. Если кажется мало майонеза, можно добавить. Будешь добавить? Вот у нас мало, можно добавить, будет маленько. Одну ложечку. И все перемешиваем тщательно. Теперь добавляем соли по вкусу и снова все перемешиваем.
Мне показалось, что на 3 килограмма мало. Лунку я положил, я решил еще добавить. Небольшую лунку. Сейчас все перемешиваем. Вот и все, наш шашлык готов. Теперь его оставляем. Можно на ночь, можно часа на 3-4. Чем дольше он маринуется, тем он вкуснее.